сумки, оригинальные сумки, нету двух одинаковых. Смотрите, а вот смотрите сколько. Еще. Это с бушных одежд, со всех штанов. И новых тоже. И новых тоже. А ну расскажите, расскажите про себя. Что вас заставляет это делать? Это творчество. Не я, так, художник мой сын. Сын. Я только за качество. Я отвечаю за качество. А он вам кроет, а вы шьете, да? Он кроет, метает, я шью. А вы откуда? Буэрка? Да. А смотрите, в Буэрке вот есть такие люди. Смотрите, как круто. Вот вы можете сюда. А ну покажите, покажите. Поверните. Вот вы пошли по приколу, взяли негра. Негра. Заходите, заходите в церковь, вы, ну, а вы без негра. Говорю, что-нибудь скромное. И так, и четыре разных вида. Мало того, тут еще это самое. Тут же еще просто... Заначка. Ну, карман. Не просто заначка, а карман. Это я так просто говорю. Я же не говорю, вы ж... Вот так. А, и тут для ключей тоже есть. Не во всех, но есть. Короче, тут одних замков сколько? Тут, тут одних замков на скот сколько? Тут, тут фурнитуры на 80-100 гривен, понимаете? А за работу 220 это минимум. А вот это покажи. Мы вдвоем шьем, да? Они же все двойные, уже крайние. Мы вдвоем за день иногда бывает замки не шьем. А рюкзак тем более. Ну это вы в удовольствие делаете, я думаю, да? Ну получается, да. Вы имеете удовольствие в жизни? Удовольствие, да. А это у вас какая-то сепаратистская сумка? Алена, с георгиевской ленточкой. Ну, вот, вот это из-за ленты, да. А так она прикольная. Хотя... Еще модные замки. А ну покажи, покажи замки какие. Вот тут блестящие. Лейба тут, смотрите. Ага. Короче, покупайте сумки, оригинальные сумки. Ни в кого такой нету. Это прямо бутик. Это ноу-хау. Буэрка, Буэрка рулит. Приезжайте с Киева. Смотрите, цепи с цепями. Да. С цепями, это, типа, джинсовые. А вот рюкзак. Широкий рюкзак. Смотрите, это какой-то флаг. А вот чей-то флаг. А, бело... смотрели, да? Чей бело-красный флаг? Это, польский. Ну, мне кажется, что это не ваш. Это не для молодежи. А это для фитнеса. А вот это у вас прямо с цепями, с цепями. Да. Смотри. А с цепями, осторожно. А где вы цепь такую нашли? А покупаем, мы фурнитуру покупаем. Оригинальная. А что-нибудь понравилось? Смотрите, да вот. Много чего смотрю. А вот еще, смотрите. Вот раз, вот два, ну вот это, вы поняли, тут вот карман, вот карман.